Приветствую, друзья, с вами, как всегда, Андрей. В этом видео мы не будем ничего менять, не решать какие-то проблемы, а хочется остановиться на таком моменте, как вмешательство в систему управления двигателем. Иногда приходится встречаться с такими вещами, когда человек собственноручно наживает себе проблемы, сам себе их создает, а потом пытается их героически решить. На самом деле таких ситуаций довольно много. Кто-то что-то переделывает, доделывает, дорабатывает. Затем гордо называет это все дело тюнингом. Затем, когда начинаются проблемы, он об этом забывает и начинает искать причину. Допустим, иногда приезжают люди с жалобами на высокий расход топлива. Это такая проблема, которую, образно говоря, нельзя пощупать. То бишь, приезжает человек, у меня большой расход топлива, что мне делать? Пытаюсь объяснить человеку, что это зависит от многих факторов, не только это зависит от системы управления двигателем, это может зависеть даже от тормозной системы. Если это худо-бедно, можно еще объяснить и найти какие-то серьезные проблемы. Допустим, при снижении давления топлива до 2,5 атмосфер, то расход топлива может спокойно вырасти больше 15 литров, иногда даже до 20 литров на 100 километров. Это можно измерить при помощи простейшего манометра, о котором я уже снимал видео. То бишь, здесь явная проблема. Но зачастую бывает, приезжают автомобили, разные ситуации бывают, я лишь для примера приведу одну ситуацию, просто как один из примеров. Вот мы видим график диагностики, у нас жалобы на повышенный расход топлива, это я сам даже обратил внимание по такому параметру, как мгновенный часовой расход топлива. На данном автомобиле он с легкостью переваливал за 0,6 литра в час, вот мы можем это посмотреть, довольно большой расход. Норма примерно 0,3-0,4, а у нас здесь больше 0,6. Собственно говоря, проведя диагностику, замерив давление топлива, все у нас в норме, то бишь прицепиться не к чему, но у нас такой мгновенный часовой расход топлива. И тут я обратил внимание на показания датчика температуры воздуха, который у нас поступает во впускной коллектор. Здесь я обратил внимание, что у нас температура этого впускного воздуха всегда находится в пределах 12-13 градусов. Вот мы смотрим весь график. Он довольно продолжительный, но температура не изменяется. 12-13 градусов. То бишь, это явно ненормальная ситуация. На нормальном СТО данную проблему бы выявили. На большинстве СТО, конечно, бы на этот параметр даже не обратили внимания. Но на нормальных СТО на это обратили бы внимание и, скорее всего, просто приговорили бы к замене датчика температуры. Но так как я сталкиваюсь с такой ситуацией не в первый раз, поэтому в обязательном порядке мне необходимо проверить именно проводку от блока управления двигателем к самому датчику. Проводку я, естественно же, проверил, и оказалось, что проводка имеет довольно высокое сопротивление, и сопротивление это составляет больше 1 килоома, то бишь больше 1000 Ом сопротивление провода, который идет от блока управления двигателем к датчику. Когда я размотал жгут, размотал всю изоленту, там я нашел вот такой вот отрезок провода. Замерив его сопротивление, оказалось, что именно этот отрезок провода имеет вот такое вот высокое сопротивление. Поэтому было принято решение разобрать этот провод. И там, конечно же, я нашел впаянный резистор. То бишь, сопротивление больше 1 килоома, которое впаял прошлый владелец данного автомобиля. То бишь, владелец автомобиля, который сейчас им владеет, понятия не имел, что у него происходит в проводке, что имеется вот такой вот доработанный участок электросхемы. Я это все, естественно же, удалил, собрал все как положено. И вот мы сейчас с вами посмотрим, что у нас изменилось на логах диагностики. Вот график диагностики с того же автомобиля. Как мы видим, температура воздуха на впуске настала 48 градусов. Давайте посмотрим, что у нас с расходом. Вот наш расход. Как мы видим, он пришел в норму. Снизился довольно серьезно. И составляет примерно от 0,3 до 0,4 литров в час. Понятное дело, что не только эта доработка носила свои коррективы в расход топлива, но она все-таки внесла свою лепту в копилку проблем с расходом топлива. Но самая большая печаль заключается в том, что приходится тратить очень много своего драгоценного времени на устранение вот этих вот проблем, которые появились не по причине какого-то износа, либо какой-то проблемы, а были созданы самим человеком. Поэтому не мешайте автомобилю работать. Но если все же вы сделали какую-то доработку, то запомните это, либо запишите, и когда вам будут производить диагностику, скажите диагносту, что вы, например, заглушили клапан вентиляции картера, и поэтому у вас такие высокие шаги регулятора холостого хода. Либо вы впаяли дополнительное сопротивление в цепь какого-то температурного датчика, и поэтому у вас такие показатели.
Это сэкономит очень много времени диагносту и поможет верно оценить ситуацию, а не пойти по ложному пути. Поэтому не стоит делать вот таких вот доработок. А также будьте внимательны при покупке автомобиля. Проводите не только визуальный осмотр, но и грамотную компьютерную диагностику. Она в большинстве случаев поможет выявить большинство всевозможных проблем. Ну вот, друзья, еще один год пролетел. Вот так выглядел Рич ровно год назад. Маленький ушастый обалдуй, но за этот год он вырос воспитанного, доброго, настоящего друга. Спасибо всем, кто провел этот год вместе с этим каналом. Спасибо всем, кто помогал морально, материально. Это последнее видео в уходящем году, поэтому хочу всех поздравить с Новым годом. Желаю самого главного, как показали современные реалии, самое главное — это здоровье и мир. А все остальное — пустяки, которых можно добиться своими руками. Поэтому еще раз желаю вам мира, здоровья и до встречи уже в новом году. На этом все, друзья. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.